Первый аквариум Сергей Молодых приобрел 4 года назад вместе с первой обитательницей пираньей. Купили мы в Нижнем Тагиле в специальном магазине. Решили попробовать, чтобы она вырастет большая. И выросла такая большая. За годы у пираньи в соседях появилось 7 сомиков, а вот растения в аквариуме не заживаются, сразу становятся зеленой закуской к обычному корму. Специальными кормами для рыб, ну, такими шариками, червячками, мясом. Сырым? Да. Ясно. Как она на него с жадностью набрасывается? Да. На ура идет также тертая морковь и колбаса. Рыбка в хорошей форме, ее размер около 25 сантиметров. В аквариуме пираньи живут до 12 лет. Несмотря на то, что их треугольные, острые как бритва зубы, способны нанести человеку внушительные травмы, рыбки отличаются пугливым нравом, боятся резких движений и ударов по аквариуму. Если рыбок не тревожить, то они спокойно разрешают хозяйским рукам почистить стекло или подправить грунт. Что касается кровожадности пираний в природе, то, по мнению ученых, агрессивными рыбки становятся в период засухи. Обитатели бассейна Амазонки испытывают стресс, им элементарно не хватает корма, и они в буквальном смысле набрасываются на всех, кто подвернется под плавник. Но совсем не за людоедство расстается со своей экзотической обитательницей семья Молодых. Просто они намерены заняться разведением цихлидов. Свою пиранью охотно продадут владельцу большого аквариума. 120 литров для взрослой рыбы уже маловато.